Муса Джалиль, ставший символом стойкости духа и преданности своей земле, незабываем. Он не раз становился предметом художественного воплощения в работах живописцев, кинематографистов, композиторов и артистов разных жанров. Сегодняшний ритуал памяти ожидаем и волнителен. Две крохотные самодельные тетради, которые условно называют первой и второй, хранятся в фондах Национального музея Татарстана уже полувека. Поддерживает их ныне особый температурный режим и климат-контроль. Они настолько ветхие на вид, а посему не ходят по рукам. Только в определенные моменты, связанные с музейным праздником и мероприятиями Дня подлинника. Это ценнейший экспонат в руки артиста. Ведущий актер Камаловского театра Эмиль Талипов, кстати, лауреат республиканской премии имени Джалиля, не представляет себя в роли поэта-героя. В Камаловском театре помнит сценический образ Джалиля, созданный народным артистом Ринатом Тазидиновым по пьесе Туфана Минулина «У совести вариантов нет». Его показывали к 65-летию Великой Победы. Ну, я не знаю, как бы я сыграл, допустим, да, если ждать казни, да, в камере, я не могу это представить, как это может быть на самом деле. Пока не погрузишься во все это, да? Это очень сложно. Я не могу сказать, как бы я сыграл там. Опера Назиба Жиганова «Джалиль», поставленная Михаилом Панджавидзе в 2011 году, демонстрировалась на французском телеканале «Мэтца» в 2015 году на более чем 50 европейских стран. Это был весьма значимый творческий посыл и национального театра, и героя, о котором узнало более 40 миллионов слушателей и зрителей канала. Это зрители просто не видят, это что творится тут со мной, потому что это, на самом деле, даже намного труднее, чем все итальянские. Итальянский вышел там, встал, и там Аиду, допустим, более статичный. А здесь он так понаставил, что без конца тебя отпускает, потом ты опять бежишь наверху, чтобы следующую сцену петь, уже перед этим, переодетым, уже плену, как будто ты. Быстро даже сверху натягиваешь эту одежду, даже не успеваешь снять. Художественная правда не всегда граничит с действительностью. Это аксиома с продолжением. С ходом лет неприходящую ценность имеют эти крохотные издания, за которыми стоит и энциклопедия жизни отдельно взятого человека, и история времени. Дмитрий Пивоваров, Андрей Ключников, телеканал «Эфир».